На конкурс дети читают стихи. Акимушкина Екатерина, 12 лет. Агния Барто, сильное кино. Заранее все было решено. Школьников собрание, потом у них кино. Домой придет мой старший брат, он мне расскажет все подряд. Он объяснит мне, что к чему, а я большая, я пойму. И вот он начал свой рассказ. Они ползут, а он им раз, а тут как раз она ползла. А он как даст ему со зла, они ей раз, она им раз. А тут как раз ее он спас, они были вместе заодно. Ух, сильное кино. Нет, видно, я еще мала и ничего не поняла.